Приветствую, друзья! У нас будет вебинар. Это будет очень замечательный вебинар, потому что уже наступил Новый год, и, как я вам обещал, он будет исключительно интересный и, главное, полезный. Что нам мешает достигать своих целей и как с этим быть? Ну, знаете что, вы, наверное, это и сами понимаете, что в основном-то люди иногда, когда что-то у них не получается, сваливают это на себя. А другие люди сваливают на обстоятельства или на кого-то. И вот на этом вебинаре вы получите не только практику, но и теорию. Коротенько, понятно, ясно, вы узнаете, как, собственно говоря, по науке алгоритм происходит, чтобы вы могли получить сразу индикатор напряжения, с помощью которого, как шкалой стресса, пользоваться в любой момент и в любом месте, быстро определять уровень своего напряжения. И потом, как использовать любой стресс для самого же процесса выхода из этого тупикового состояния. Это парадокс. Парадокс. Но вы вникните, такого никогда не было. Это такой исключительный вебинар, когда сам стресс вы сможете использовать после овладения пунктами перечисленными. Там будут пункты перечислены. Откройте наш текст и посмотрите, сколько там пунктов великолепных, и вы после этих алгоритмов сможете любой стресс быстро снимать. Но главное, чего никогда не было в мире, использовать это напряжение для решения собственных проблем, которые раньше у вас никак не решались. Ну и, конечно, быстро восстанавливаться в любое время и в любом месте. Приглашаю. Вы получите не только удовольствие, вы получите удивительные приемы для того, чтобы быстро восстанавливаться и решать свои личные проблемы. Прямо по ходу жизни, по ходу действия. Попали в какую-то критическую ситуацию, не знаете, как вам быть, и тут же после вебинара вы заметите, что как быстро вам приходят решения, как выйти из этого тупика и создать новое что-то для себя. И откройте свои новые творческие качества и способности, о которых даже раньше, может быть, и не подозревали. До встречи, друзья!